сейчас мы находимся все в такой непростой ситуации, а русский язык – это наша скрепа, это наша культура, это наше единение. Я считаю, что каждый человек должен быть образован и во всех сферах, и в том числе русский язык – это наш родной язык, ну и нужно его хорошо знать. Текст для тотального диктанта, на мой взгляд, обычный. Там есть определенные сложности, есть, конечно, знаки препинания, как всегда, которые требуют вдумчивого прочтения, вдумчивого понимания текста. Версу никогда не стрелял, живое понапрасну. Следующий предложение. Великий, могучий русский язык. Надо вспоминать школу, вспоминать правила. Диктант дает хороший повод проверить, насколько человек культурный, насколько он грамотный.